Ну а в ряде районов города продолжается проверка объектов бизнеса на соблюдение противоэпидемиологических мер. К этому часу мониторинговые группы уже осмотрели свыше 10 магазинов и аптек, работающих в условиях карантина. На одном из объектов, расположенного в микрорайоне Нур-Актубе, находится моя коллега Анастасия Евсеева. Анастасия, какова картина в самой отдаленной части областного центра? Добрый вечер, студия. Мы сейчас находимся в микрорайоне Нур-Актюбе. Здесь проживает более 45 тысяч человек. Члены мониторинговой группы во главе с первым заместителем акима области Нуржауганом Калауовым сегодня посетили несколько объектов. Какие нарушения были выявлены и какие меры будут предприниматься по отношению к предпринимателям, я расскажу более подробно в итоговом выпуске новостей. Студия. Спасибо за информацию. Ждем более подробную картину от тебя на итоговый выпуск новостей.